культура была одна, она либо есть, либо ее нет. Вот. Но в данном случае это восточный инструмент. Вот. И он таким образом, как все инструменты, устроен. Ну, как на нем играть? Вот. И как любой инструмент, он нуждается, как говорят музыканты, в запуске. А запуск таков, что когда мы его покупали, нам показали, вот он звучит вот так. Очень мистический звук издает. Это да. Через вас это все проходит, они? Главное, чтобы это проходило через вас. Хороший вопрос. Свлекается звук. Знаете, как говорят философы, настоящие вопросы чем хороши, что на них нет ответа. Почему? Потому что в самом вопросе есть ответ. Иногда говорят, правильно заданный вопрос для того поставлен, чтобы отвечать на него всей жизнью. Вот из тех. И вот она звучала именно так. И мы его пробовали, и однажды Кира взяла его в руки, и он у нее запел абсолютно по-другому. У нас просто, как говорят, башню сорвало. Ну как, ну железяк, ну там... Эффект камертона. Чувствуете, у него есть другой звук колокольный? И он ее пел колокольным звоном. Мы как только не мучились, у нее так поет, у нас вот так. А вы нам разрешите. Обязательно отдам. Обязательно отдам. Только нам нужно сейчас вот сказать притчу. Нам разрешите. Да, конечно. Это не запретная вещь, это не скрипка хрупкая, это железяка такая, она выдержит всех. Если мы удержим ехать. Да. И у нас, вот у людей есть земное начало и небесное. И вот я думаю, что вот в эту чашу восточные мудрецы сумели заложить и то, и другое. И вот когда мы звучим только земным планом, это вот такой приятный иногда звук для наших близких, для души, там в носу немножко резонирует. Вот как-то это приятно. Вот. А когда мы начинаем развиваться, задумываться о вечном, о чем-то прекрасном... То другой звук. Наша душа начинает звучать по-другому. У нее появляется звук небесных сфер. И он абсолютно другой. Абсолютно другой. Он высокий и чистый. Он именно небесный. И так устроено, что когда мы звучим земными планами, иногда наш небесный не поет. Но когда мы поем небесные планы, он всегда заставляет звучать земное. И когда у нас эти два плана соединяются и поют оба, мы становимся совершенно другими людьми, не принося ни один из них в жертву. Хотя кто знает, когда-нибудь придется на ложь.
Более.